Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Таль Шахар и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. Особая благодарность тем, кто является моими давними подписчиками или постоянными зрителями канала. Если вы, дорогой друг, еще не подписались, ничего страшного, ведь это можно сделать прямо сейчас. Тем более прямо сейчас, как обычно, в прямом эфире я попытаюсь найти иностранных дистрибьюторов компании AliveMax. Дистрибьюторов, которые работают не на русскоязычном рынке. Я за последние 3 недели, месяц, наслушался такое количество фантастических отзывов о действии продукции к AliveMax, о действии спрея в AliveMax, о фантастических результатах, что я просто хочу теперь знать, что происходит в мире. Вообще мир в курсе? Ведь компания ни вчера, ни позавчера, ни год, ни два, ни три, ни четыре, ни 5 тому назад уже создана. Наверняка по миру есть громадное количество отзывов и по всему миру лечат уже катаракту именно спреями AliveMax. И лечат онкологию спреями AliveMax. Детский церебральный паралич, ведь это бич не только граждан бывшего Советского Союза. По всему миру распространенное заболевание. И наверняка там все уже хорошо. Вот я пустился во все тяжкие, начал мониторить ситуацию. Причем я буду рад каждому сообщению, в котором вы мне пришлете ссылку на активного иностранного пользователя продукции AliveMax. Вот AliveMax Anti-Aging. Я нашел такой канал Home-Based Business, бизнес из дома. И последнее видео об AliveMax 2009 года. Странно. Давайте посмотрим, может быть, я просто вырвал из контекста. Нет, действительно, последнее видео было загружено 6 лет назад. А что произошло потом? Давайте следующий. Итак, Home-Based Business. Это я искал по ссылке AliveMax Australia. Ведь там должны быть наверняка дистрибьюторы. Дальше. AliveMax Compensation Plan, AliveMax. Вот так вот просто включил и искал. Давайте пойдем дальше. Теперь, я искал в Англии AliveMax England, причем я перебрал и United Kingdom, и Great Britain, и просто Britain, и даже Ирландию искал, Ireland. Итак, ролик я нашел, и кроме того, я нашел даже канал, причем канал должен быть крутой, AliveMax World TV. Но ролик 2 марта 2009 года, может быть, я вырвал из контекста, давайте посмотрим. Нет, действительно, тут и впрямь были ролики об AliveMax, но все это затухло куда-то 6 лет назад. Давайте дальше. Снова AliveMax England. Я искал и много очень только в Казахстане, много очень только в России, а вот за рубежом нет. Давайте. Ну, вот еще есть ролик. Посмотрите. 2010 год. Это тоже AliveMax. Может быть, и это видео вырвано из контекста. Но, вот, пожалуйста, 5 лет назад. И все закончено. Причем, этот автор, он был очень популярен. Его ролики, его выступления об AliveMax пользовались спросом. Давайте дальше. Вот еще. AliveMax Sales. Последний ролик 22 апреля 2009 года. Возможно, что-то я упустил, вырвал из контекста. Нет, ну и вправду, 6 лет тому назад. All this person contributes и так далее, и так далее. Все тут говорится про resveratrol. Но почему-то AliveMax Sales. Давайте дальше, что у нас происходит. Вот еще ролик. Это самый последний, самый свежий. 2012 года. Речь идет о революционном продукте 24 карат. Давайте нажмем. Вдруг я тоже этот ролик вырвал из контекста. Нет, и вправду. 3 года тому назад был последний. И все. Это самый свежий. Давайте дальше. Гар. Кениал, наверное, так. Тоже 2013 год и больше, в принципе, ничего. Давайте посмотрим видео.
Они все куда-то исчезли. Вот, 2 года тому назад. И это был единственный ролик. Давайте дальше. AliveMaxFreedom.com 28 февраля 2010 года. Это тот же самый автор, которого мы недавно видели. И еще он же AliveMaxProducts, Marcus Braham, former NFL football player, бывший плеер Национальной футбольной лиги, Маркус Брикхен. И он продвигал этот продукт, но почему-то в 2010 году все стухло. Давайте дальше. Поверьте, что если вы займетесь таким вот перелистыванием, я хотел найти, я пытался сделать так, чтобы никто меня сейчас не поймал, просто-напросто за язык и не сказал, вот мы нашли, пожалуйста, на, держи. Вот еще 5 причин присоединиться к Alive Max. То есть бывший игрок, бывший футболист Национальной футбольной лиги, он знал, о чем говорит. Но это было в 2010 году. Что произошло потом? Куда все испарились? Best International MLM Alive Max Steve Era. 18 июня 2010 года. Может быть, у нее есть что-то поновее? How to make money, блогинг, через блоги. 5 лет назад был последний, причем неплохо. Смотрите, 1176 просмотров. Но это все закончилось 5 лет назад. Куда делись люди? Почему они ушли? На французском языке ролик крем или мазь анти-эйджинг. Alive Max, 19 января 2013 года. Alive Max Германия. Давайте посмотрим. 2 года тому назад, и больше их нет. Давайте снова Alive Max Product Explanation. Объяснение, как работать с продукцией Alive Max, 1260 просмотров. 23 апреля 2010 года. Давайте посмотрим, что у него. Да, действительно, 4 года тому назад. Alive Max Marketing Turbocharged. 27 марта 2009 года. Стив Янковский. Может быть, Джанковский. И действительно, все, нет. Давайте дальше. Я знаю, мы найдем, наверное. AliveMax.com.sg. Я даже не знаю, что за страна. How I make $3000 in 3 weeks. $3000 in 3 weeks. Как я сделал $3000 за 3 недели. Ну, он-то точно должен продолжать работать, если он сделал такие деньги 18 августа 2009 года. Давайте посмотрим. 6 лет тому назад. 6 лет тому назад. Куда делись эти люди? Alive Max MLM Review. Should you join this nutrient company? Компания Alive Max, MLM компания. Готовы ли вы присоединиться к компании, которая производит вот такие спреи? Lion Carmi. 22 апреля 2009 года. Давайте посмотрим, что у нее там происходило. Последний ролик, 6 лет, они все исчезли. У нее еще этот ролик, у нее, кажется, было даже отдельный плейлист был. Давайте посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Alive Max Germany. Ну, наконец-то. Вот. И в Германии был Alive Max. Но они тоже куда-то исчезли 6 лет тому назад. Даже сайт был такой. Давайте попробуем. Давайте мы этот сайт попробуем скопировать. AliveMaxGermany.com. Откроем. И зайдем сюда. AliveMax. Такого сайта больше не существует. Поняв, что я не добьюсь положительного результата, я начал искать в Твиттере. Я просто зашел в Твиттер и написал Alive Max по запросу. И вот мне выдало такое количество результатов. Я умышленно пропускал русские имена тех людей, которые работают. И вот смотрите, все, что сейчас я вам здесь прокручиваю, за исключением русских ников, ников на русском языке, я решил полностью сюда разложить. Горан Alive Max. Он прям
себе в названии ника написал Alive Max. Последний твит 15 января 2012 года. И, кстати, совсем не об Alive Max, но у него есть 11 января 2012 года посещение вебинара с T4. Это, кстати, компания Наудера Хазена, его супруги Мелиссы. Кстати, если вы обратите внимание, наоборот, читается как Profits, для тех, кто не знал. Это еще одна их компания с T4. Давайте дальше. AliveMax.com. Последний твит 2009 года. Давайте дальше. AliveMax Asia. AliveMax Asia. Этот номер не существует, я проверял. И последний твит в 2010 году. AliveMax Pro. 10 апреля 2009 года. Причем речь идет о, вероятно, серьезной команде. Texas Power Team AliveMax. Нажмем. Этих людей нет, они не активны. Давайте дальше. Дуайт Картер. 29 ноября 2010 года. Куда они делись? Здесь есть интересный сайт Alive Max for Life. Страница недоступна, все. Давайте дальше. Alive Max 007. Агент 007. Вот у него есть такой интересный реферальный, интересная реферальная ссылка, но и она пишется неактивная. Когда? Но он работал уже недавно. 24 ноября 2013 года. 2 года тому назад, но и он куда-то исчез. Что здесь? Alive Max Gold Team. Золотая команда Alive Max. И вот здесь у них был вот такой сайт. Но и они перестали работать. Куда они делись? Давайте посмотрим. 6 апреля золотая команда, 2009 год, уже сдулась. Стэн Маккаусленд, вообще один твит, и он был в 2010 году. Alive Max, и на конце двойная X, 2009 год. И Alive Max Australia, он вообще закрытый, добавимся к нему. И подождем, будет ли подтверждение. Кстати, обратите внимание, зарегистрирован был тоже в 2010 году. И у него профиль Alive Max Sydney. Давайте скопируем. Посмотрите, куда бы мы ни обратились, все команды сдулись. Я уже не говорю о том, что их грандиозные отзывы должны были просто кишить в интернете. Забить весь интернет. Посмотрите, что творится с казахстанской командой. Смотрим Alive Max Australia, может быть, здесь. Тут у них даже были очень серьезные статьи. Мошенничество или легитимно? Интересно, правда? А давайте посмотрим, что у нас там в Фейсбуке творится. Последний раз они тусовались 24 октября 2010 года. Куда все делись дистрибьюторы по миру? Почему они перестали работать? Почему они как будто по волшебной палочке прекратили свою деятельность? Я буду очень признателен абсолютно каждому из вас, если вы в комментариях к данному видео пришлете мне ссылки на работающих дистрибьюторов компании Alive Max вне бывшего Советского Союза, ну и вне Монголии, это однозначно. Монголия не в счет, во-первых, ее открыла Карашаш, и сегодня вместе с правоохранительными органами Монголии мы сотрудничаем, и я думаю, там скоро станет известно, откуда растут ноги у так называемого успеха. Если вы в чем-то не согласны, пожалуйста, напишите комментарий. А я пока почитаю статью на английском языке, которая, она очень коротенькая тут. Очень коротенькая и, скорее всего, что одним из дистрибьюторов компании Alive Max, ну, тем более, да, тут есть даже целый сайт
Alive Max – мошенничество или легитимное? К сожалению, блог, который вы искали, уже не существует. Ну вот, блог сдулся. И тут нет больше... И тут нет практически никаких комментариев. Но я поищу. Мне стало интересно, с чего вдруг появился такой блог. С вами был Таль Шахар. Удачи!